Делу время, танцам всю жизнь. Каждый день к 5 утра Николай Анохин идет на работу в ТТУ. Убирается на территории и в ангаре, чтобы вокруг трамваев было чисто. Потом спешит в университет путей сообщения. Изучает мехатронику и робототехнику. В остальное время танцует, занимается в студии. Признается, рамки танцевальной теории для него слишком узкие. Он любит импровизировать и добавляет свое в каждый стиль. Любая особенность тела должна быть изюминкой, уверен Николай. Единственный плюс, который у меня есть, и который многие люди заметили, у меня очень сильно продев в спине, когда я делаю мостик. Там прям вот 90 градусов и меньше. Мне даже самому страшно иногда смотреть на эти фотографии, если я себя увижу. После выхода программы «Танцы» Николая Анохина стали узнавать на улицах. Писали слова поддержки в социальных сетях, что очень приятно и придает уверенности, признается он. Когда танцевал перед судьями, волновался, но думал только о зрителях. Следил за тем, когда раздаются аплодисменты. Я анализировал, видимо, свой танец во время выступления, то в этом моменте мне похлопаю, в этом я знаю, что это круто, а в этом, ну, так себе. Но, как ни странно, когда я посмотрел видео, да, что-то выглядело плохо, а что-то мне очень нравилось. После такого успеха Николай намерен двигаться дальше к своей мечте. После окончания основной учебы собирается получить специальное образование и стать хореографом, танцевать самому и учить этому других. Олеся Корецкая, Константин Головин, «События».